Друзья, рядом со мной интересный спикер с эксклюзивным продуктом из Сахалина. Очень интересно срочно узнать, как вас зовут, какую компанию представляете. Меня зовут Виктор Соломатов, я генеральный директор компании «Сахалинов». Собственно, мы являемся производителем первого в мире единственного аперитива на основе сахалинской ягоды красники. В народе называется клоповка, на латыни вакцинум превосходный. Ну, в общем, такая вот ягода растет там. Название ягоды говорит само за себя. Расскажите, пожалуйста, во-первых, потрясающая бутылка, великолепно, сразу бросается в глаза. Это очень. Скажите, это эксклюзивный премиум продукт? Да, это эксклюзив, премиальный, у нас небольшая партия, мы разлили 7000 бутылок, ну то есть в масштабах алкогольного рынка это как бы ни о чем, но это первый заход, и мы ориентированы на хорику, у нас достаточно дорогая цена, то есть на полке мы 5500, ну что для российского алкоголя, наверное, это топ, да, сейчас, ну так. Но за эксклюзив тоже берется своя стоимость. Расскажите, пожалуйста, про сырье, где оно берется, оно закупается в Китае, в Индонезии, может быть? Ну, тут на самом деле про сырье самое интересное, потому что ягода красника, ну, которая, она растет только на Сахалине, является эндемиком Сахалинской области и на самом деле берется оттуда. Мы ее собираем в экологически чистых районах Сахалина, ручной сбор, она не собирается комбайном и, собственно, поставляется уже на завод «Вереск», это Тверская область, Кашинский ликероводочный завод, где мы в партнерстве с ними под своим брендом, по своей рецептуре уникальной разливаем этот напиток и, собственно, ну, а частично стоимость, я думаю, обоснована этим. Потому что цена ягоды 2500 рублей за килограмм в закупке. Ну, как бы, понимаете, и плюс логистика. 8000 километров она катается туда-сюда, поэтому... Да, расскажите, пожалуйста, еще о вкусе. Потому что это 35 градусов, и при этом вот это ягода сладкая, это ягода кислая, это ягода горькая. Какой продукт получается в итоге? Про ягоду можно бесконечно говорить, у нас не хватит интервью, но она удивительна тем, что она не похожа ни на один вкус. То есть это очень такой богатый, глубокий аромат. Наверное, поэтому в народе ее назвали клоповка. Но на клопы она не похожа, естественно. Это просто очень сильный запах. У нас есть на стенде, можно подойти, послушать, как она пахнет. Но удивительный вкус, очень богатый. Нам сложно было его как раз поймать, но у нас удалось это сделать благодаря главному технологу завода. В общем, и, собственно, наверное, вот. Насколько я правильно понял, самое главное ноу-хау – это то, что многие годы все производители, делая новый продукт, по факту не делали ничего нового. Добавляли немножко ароматизаторов в старый продукт известный, и при этом, при всем, по факту вкус оставался тем же. И за многие годы это первый алкогольный российский продукт, который абсолютно не похож на другие, который предлагает какие-то старые традиции, при этом в потрясающей упаковке и в премиальном виде. Абсолютно верно. Если посмотреть на рынок алкоголя, то новые вкусы, ну, они не появляются много лет. То есть это редкость. Но тут получилось действительно поймать этот удивительный новый вкус для большинства людей, потому что люди приезжают на Сахалин, они такие, что это за ягода, пробуют, такие, господи, мы такого никогда не пробовали. А тут удалось из этого сделать еще и алкоголь, и это вообще круто. Так что... Да. Мы пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что у вас стенд найдут поклонники новых алкогольных вкусов и надеюсь, что ваша прекрасная бутылочка потом увидит своего покупателя во всех ритейлах нашей необъятной страны. Спасибо большое. Спасибо, Сергей, большое. Все, рад. Спасибо.